Всем привет, ребят! Продолжаем трешевать. Четвертый видосик Battle Rolling. Два аккаунта будет у нас. Битва двух аккаунтов. Донатные, бездонатные, не знаю. Не успеваю все пересмотреть. Будем сейчас по мере прохождения роллингов все смотреть. Так, первый аккаунт у нас серого. Некрау 25.17. Можно считать бездонатный. Сейчас посмотрим. Находится в гильдии Кодак. Первые места битвы гильдии. Атака фортов. Они не ходят. 42.75. Кидайте заявочки. Вступайте. Факела 20.45. БГшка. Проходите обязательно. Чат. WhatsApp. Так. С этим мы все решили. Поехали. Смотрим героев. Тыковка. Хорошо. Печально. Печально все. С талантиками уже вижу. Анубис есть, отлично. Ворожей, отлично. Афина без талантика. Фрея. Ну, блин. Зачем, конечно, тут стойкость и этот талант качать? Ну, ладно. Так, смотрим, что тут интересного у него есть. Ну, вроде так, более-менее. По талантам, конечно, тут все печально. Что нам надо выбить? Что нам надо выбить? Сейчас я вам скажу, что нам надо выбить. Асура, Рибит, Повелитель, Седна, Бигфут, Рину, Стрелок, Ронин, ну и Бабуля. Так, ну окей. Поехали. Сразу будем ролить. Под коллекционера. Сейчас будет у нас Суккуб Паладин. Я уже думал, там что-то имбовое упало. Просто, блядь, изи. Что могу сказать тебе? Ну, поздравляю. Ну, читер я. У тебя, конечно, она есть, но я все равно поздравляю тебя. Это вторая Фрея. Бля, жесть просто. Что-то здесь подкручено. Что-то здесь не так. А вот с этим мы тебя поздравляем. Потому что седны у тебя не было. Вот так вот. Поехали дальше. РТ-шка. Ну, можно считаем. Давайте за очки Фрея там. Первых два. Раз, два. Там по баллу, допустим. Фрея это однозначно 3. Это 5. Кто там у нас еще упал? 6. 7. Пусть будет 7. Не будем заморачиваться. Бог Рома. 8. Тыква 9. Я тыкву за обычную считаю. 10. Этот герой есть на каждом аккаунте, он не настолько востребованный, хоть он и имбовый. 10, 11. Честно говоря, башка не варит. 12, 13. Атлант 14. Ну, неплохо, неплохо так падает. 15, 16. Вот так вот. Ну, что я могу сказать? Круто падает сегодня. Круто очень падает. Афинка у него есть. Ну, поехали дальше. Ведьма. Заклинательница. Блин, круто падает. Я уже сбился со счета, честно говоря. Где-то в районе 20. 21. Ну, нападало, блин. Просто жесть. Что я могу сказать? Ну, Рину тебе нужен был. Пожалуйста, вот тебе Рину. Поехали дальше. Да, что-то последние 10к как-то у нас не очень идут. Леди Лео, Паладин. Ну, я думаю, на такой, блин, роллинг достойно герои упали. Достойно очень. Не знаю, что мы там собрали. 12-15, окей. Сейчас пойдем на второй аккаунт.
заберу плюшки, чтобы они не пропали. Ну, поздравляю с недостающими. Огонь герои частично тебе выбили, блин. Не частично, а нормально мы тебе им выбили, если брать в общем. Конечно, у тебя часть от имп есть. Так, делаем переходик. В общем, такое, ребят. Вот такое вот. Так, второй аккаунт у нас подписчик Amara73drol, такой вот у него ник, не знаю, ник или как его назвали, но такой вот у нас человек, тоже мой подписчик. Поехали, сейчас будем пробовать здесь. Здесь у нас 33 тысячи самоцветов. Находится он в гильдии Армагеддон, что-то знакомое. Первые, вторые места. Битва гильдии атака фортов, босс 3-21, атака фортов 20.00. Я вам, как обычно, не включил экран, но все, все супер, ребят. Мы еще не начали ролить, это все нормально. Вот такая вот гильдия, ник Mara73, первые, вторые места, босс 3-21.00, атака фортов 20.00, пропуск БКФ кик. Это, скорее всего, WhatsApp или телега, не знаю, уже найдете в поиске. Кидайте заявочки, вступайте, а мы побежали смотреть аккаунт. Вот аккаунт тоже бездонатный, причем меньше даже доната, чем на предыдущем. Поехали, посмотрим недостающих нам героев. Рея, Заклинательница, Повелитель Бури Афина. Ой, да тут много всего надо. Я даже всех их, честно говоря, не запомню, потому что смотрю, тут до хрена надо героев. А ну, без даже нужен. Ну что, поехали. Поехали, посмотрим алтарь. Сейчас только фига с ней. Так. Ну тут, конечно, попечальнее все, чем на предыдущем. Не настолько, но печальный, печальный по героям. Не знаю, как будет по роллингу. Поехали. Не будем затягивать это все дело. В любом случае, у нас уже роллинг этот получился имбовым на первом аккаунте. Так, рыцарь. Посмотрим, что у нас будет на втором. Еще один рыцарь. Ну, все, в общем, понятно. Суккуб. Фух, наконец-то рэндом нас покинул. Можно спокойно вздохнуть и сказать, что вот он, настоящий рэндом русского сервера. Сердцеедка недостающая, если не ошибаюсь. Поздравляю. Вот так вот, пожалуйста. Нужен был стрелок ему или нет? Стрелок у него, по-моему, есть. К сожалению. Блин. Есть? Да, есть. Повторка. Блин, обидно. Просто жесть. Герои, конечно, падают кайфово сегодня. Бог грома, Медуза, Хранитель, это коробочка, Бульдозер, Бигги. Бигги пришел к нам. Ну, Дед Мороз. Ну, это просто жесть. Да, тут однозначно все печальнее, чем на предыдущем аккаунте. Сейчас я только гляну, чтобы долго не искать по поводу Биги. Вот он, недостающий, есть. И здесь мы навели порядок, ребят. Выбили недостающего. Конечно, героя упало намного меньше, чем на предыдущем. Так, собрать. Ну, это все, честно говоря, фигня. Так, а что у нас здесь по акции, по коле? А здесь мы собрали, нифига себе, вот так вот. Вот так вот, ребят. Так. Так.
А теперь стоит дилемма. Очень большая. Там много имбовых, там не дособрали слизни. Тут выбили и слизни, и слизни выбили и героев. Сделаем мы просто вот так вот. Сделаем и ход конем. Здесь я ему забрал вот этот пак. Он сразу же пропал со скином. В принципе, думаю, он будет... Ну, такой баздрынок сегодня, я ничего не могу сделать. Поздравляю, у тебя уже есть, в принципе, все, что надо. Ну, не все, что надо, конечно, это я преувеличил, но... Но есть очень неплохие герои. Так, давайте откроем коробочку. Ну, такое... Так, героев он уже сам пооткрывает, потому что я не успеваю, все. Поехали на первый аккаунт, еще залетим. И побежим потом дальше трешивать. Сделаем братскую ничью, скажем так. Тут выбили тоже недостающих, там выбили недостающих. Да блин, че оно так переходит криво? Тут, в принципе, мы тоже сделаем то же самое. Вот так вот. Все, ребят, поздравляю вас. У вас есть там недостающие герои. Не знаю, как, что. Короче, вот так вот, ребят, все, я оставляю этот роллинг и батл. Эти батлы, конечно, выматывают, но... Ничего не поделаешь, нету времени заниматься каждым аккаунтом. Ну и батлы веселее все-таки. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Огнекрыл еще в описании есть, поэтому все в ваших руках. Всем удачи, всем пока.